нужны для учебы крутые девайсы? В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчить под силу Титану. Компания Титан. В Кирове пьяный водитель Аки устроил дерзкую погоню с сотрудниками ДПС. Закончились шальные гонки лишь на южном обходе города. Водитель улетел в кювет, перевернулся, но почти не пострадал. Подробности пьяного происшествия узнавал мой коллега Павел Москвин. Вроде пытаешься быть добрым, там, честным. По словам очевидцев, все началось у шашлычной в Корчемкино. Сотрудник ППС преградил путь автолюбителю, но тот надавил на газ, чуть не сбил полицейского и поехал дальше. Не, ну мы надо было. На такси же можно было. И вот, спустя несколько минут после начала погони, папина машина в кювете. Владимир, как ни странно, в порядке. За исключением небольшой травмы головы, грязной одежды и состояния. Это руль-то пьяный встретится нельзя. О своем здоровье водитель не переживал, его больше волновала машина. Скорую ждем тут. Ну, а зачем? Осмотреть тебя. Меня? Зачем? Все ли хорошо? Да вы эвакуатор вызовите, видите, машина перевернулась. Далее на месте задержания выяснилась главная проблема для Владимира. Он потерял кроссовок. Помоги мне кроссовок-то найти, я мерзну, Денис. Я тебя задавил. И во-вторых... А кто кого давил? Если ты мог совершить серьезное подобное. Ты едешь, ты, на приоре! Увидев скорую, водитель удивился и взбодрился. Ко мне. Тебе? Идеально для тебя. Мы же о тебе заботимся. Каким образом? Задержанному перевязали голову, он немного успокоился, но о кроссовке не забывал. А можно мой ботинок найти, а? Присаживайся, Вася. Не водитель, присаживай, не пассажир. А меня вталкивают. Давай. Втроем вталкивай. Ну давай, все, давай. Не присаживайся, но... хорошо. Водитель согласился дуть в трубку алкотестера только при условии, что ему найдут кроссовок. В итоге тест мужчина все-таки прошел, и, судя по результату, парами спирта он чуть не сломал прибор. Согласен с результатом, да или нет? И что дальше? Я говорю, согласен, на сложный ответ, да или нет? Согласен. Прошел тест, получил долгожданный кроссовок. Владимир, твой этап. Шо, одевайте тапочек. О гораздо более насущных проблемах Владимир вспомнит утром, когда проспится и увидит, что он сделал с папиной машиной. Ко всему прочему, водителя наверняка лишат прав. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.